Генеральный директор медиакорпорации Китая Шэнь Хайсюн и президент Южноафриканской футбольной ассоциации Дэнни Джордан подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве между организациями. Стороны договорились о кооперации по разным направлениям, в том числе об укреплении обменов в области футбольной культуры и мероприятий, трансляции игр, сотрудничества в области контента и обмена персоналом. Подписание документа состоялось на фоне визита в ЮАР председателя КНР Си Цзиньпина.